Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Ну что, давай посмотрим, беззубик у меня получит. Отлично. Получил повышение. Синий верховный беззубик, уровень 91. Ай, как хорошо. Слушай, он преобразился или нифига? Непонятно пока. Так, меня спрашивали, Рэй, когда ты пойдешь в этот... В атаку вот сюда. Вот прямо сейчас, наверное, и пойду, ребят. Победа над флотом. Подожди, а как мне начать? Ой, сейчас еще загрузка. Ну ладно, тут хотя бы быстро загружается. Пришло время для очередной военной кампании. Плывите на Олух и захватите пленников. Желательно каких-нибудь предателей. Ну что же, давай начнем потихонечку. И кревета. Ну что, к бою. Я, конечно, не уверен, что мы здесь победим, но я хочу попытаться. Я хочу, ребят, попытаться. Так, это пропускаем. Защитите Олух. Еще нужно успеть, блин. Ну-ка, давай сделаем так. Так. И следом без зубика. Ребята, по-моему... Ну, это не вариант. Как-то, ну, тут вообще нас колбасят. Ну, жестко. А чё он улетел? Мы, наверное, не успеем. Ну-ка. Нет. Ну ты посмотри, как он бомбит. Отступать-то тоже неохота. Короче, вот первый корабль, который был, он очень, ребята, много нам нанес урона. Очень много. Я боюсь, мы не успеем здесь ничего сделать. Так. То есть еще два раза он выстреливает, и нам крышка. Мы не успеем, друзья, скорее всего, уничтожить флагманский этот корабль. А если успеем, это будет чудо. Но вряд ли. Ну! Есть! Нет! Да Фанни, я же прошел, я победил. Все, засчитали мне победу? Есть! Один ключ. Один ключ, друзья, получил. Ну, главное, я прошел. Да, было сложно. Я ничего против не имею. Ну, давай вот этот. Открыть? Нет, зачем? Забираю награду. Ну что ж, назад пути нет. Армия Драга явно получила приказ начать на меня охоту. Уже жалеешь? Армия Драга, кажется... Становится только сильнее. Я не могу обещать, что мы победим, но я обещаю, что мы будем сражаться до последнего. Жалею? Нет, конечно. Я связал свою судьбу с Олухом и с вами. Теперь вы от меня ни за что не избавитесь. Рад это слышать. Так, ну что же, мы одолели. Мне написали в комментариях: Рэй, не трать, точнее, не отправляй обычных драконов на поиски. Возьми типа редких и там подобное. Это, друзья, понятно, но мне в любом случае нужно прокачивать уровень им. Да, я знаю, что они приносят мало ресурсов, очень мало ресурсов, но альтернативы нету.
Даже если там кого-то возьму, пока я их прокачаю, пока там это, ну, сам понимаешь. Так, ну что ты тут стоишь-то у меня? Я тебя в приключения не отправил почему-то. Почему, интересно? Давай, посмотрим. Так, зеленая тень. Забираем. Отправляем. Так, сразу же здесь посмотрим. Да что ты? А ну-ка. Опа, загадочный пак. Нормально. Так, пятно. Бесплатно. Модификрылка вперед. Что еще тут у нас? Здесь заберем, пускай он летит. Болтун. Болтун пошел дальше прокачиваться. Так, мне хватит ему уровень поднять? Нет, 200, блин, чуть-чуть не хватает. Совсем немножко рыбы не хватает, чтобы ему прокачать левел. Давай за древесиной. За рыбой. За древесиной. Йохан, что у тебя там? Возьму вот это вот. Типа топорика, что-то того. А, здесь тишина. Ну, как бы тишь да благодать, что я могу сказать еще. Откроем пак бесплатный. Так, у нас должно сегодня, друзья мои, быть событие. Насколько я помню, вчера мы проверяли, событие должно быть доступным. Так что под смерть, шторморез, ужасное чудовище. Допустим, это я пока брать не буду. Давай посмотрим сезонный абонемент. Ну, тут обычная ерунда. Обычная ерунда, которая нам нифига толком-то, в принципе, и не дала. Ладно, давай этого теперь Гаврика отправлять. Пускай идет. Да уже отправил, отправил. Ну и этого, конечно же, тоже отправляем. Сезонный абонемент. Забрали здесь награду. Ну и вроде бы как все. Сейчас откроем пак. Шторморез, Костолом, Громль, Защитник. И пускай у нас будет открываться редкий. Мне нужно было 310 рыбы. 310 миллионов, а у меня 304. Беззубика. Беззубика мы отправляем на поиски. Опять же, пускай ищет шлемы. Пускай. Накопим шлемы, а там уже будем что-нибудь другое искать. Все, а теперь смотрим, ребят, события. О, хитрые против стремительных. Воу, нифига, сразу пак. О, так оно короткое. Оно коротенькое, ё-моё. Так мы его сейчас, надеюсь, и пройдем. Тут у нас какая-то каменная скульптура зайчика. Кто? Так, мы... Ой, как хорошо-то против стремительных. Ай, как хорошо, ребят. Погнали. Это прям для меня. Противнички прям для меня. Под мою, как говорится, командочку. На-ка. На-ка, на-ка. На каркалыгу. Да что ты. Так, две волны здесь будет, да? А здесь будет две волны. Так, с первой разобрались. Так, ну я, наверное, возьму все-таки пристиголового. Хотя вот этого давай разберем. Он быстрее разберется. Он быстрее разберется, потому что он у нас шустряк. Туда бомбанем. И... Так, подожди. Ну, добьем сейчас. Кто его добьет? Кривоклык. Вот и все. Сейчас посмотрим, что нам тут достанется. Рыба. 52 миллиона, ну ладно. Загадочный пак. Давай, иди сюда. А это у нас плеваки, да? Пак.
Ну там ничего нету, там только ресурсы, по-моему. Вот то, что у нас скульптура зайчика, вот это прикольно. У меня, по-моему, такой еще нету. На карте не стоит. Так, креветушка тут у нас и дымодышащий. 17 уровня не имеет, две волны у нас впереди. Поехали. Так, а он у нас огнеплюй, по-моему, да? Нет. Нет, ребята, не огнеплюй. Это такой же электрический, как и все драгуры. Ушатываем. Угу. А что от него можно было еще ожидать? Ну что, Барсик, вжарь ему. Отравление повесил. Но отравление на самом деле это ерунда. Вторая волна. Змеевики, да? Острокрылые. Там, смотри, мелкий костолом там прыгает. Через отхил. Вот здесь вот Кривоклык вот в этой команде, честно говоря, не особо хорош. Потому что он у нас все-таки свирепый. И здесь против хитрых он не особо силен. Так, ну это уже получше. Это уже в разы хорошо. 150 по сравнению с 50 или сколько там, 30 лямов было. Забираем еще один пак. Слушай, вот такие мне события нравятся. Да еще в конце и 200 рун. Вообще топчик. Во-первых, быстро проходится, во-вторых, награды более-менее приличные. Но этого трогать парня пока не буду, он мне опасен, а вот с этим надо что-то делать. С морозилкой с этой. О, так он ватник. Один удар, считай, ну, половину здоровья, грубо говоря. Да, ему не жить. Это там что-то пытается что-то сделать, пытается... Все как-то неудачно. На. Интересно, сделает он суперудар? Угу. Такс. Опять леденяшка. Этот леденяшка и этот леденяшка. Эй. Хилочку дайте мне. Блин. Опять сейчас втроем будут лупить. Ну, здесь уже без суператаки не обойдется. 100%, да? А хотя обошлось. Единственное, что они понизили нам... Они понизили нам везде атаку. Ну, в любом случае, мы сейчас их запинаем. Да еще и хильнемся. Вообще шикардос. Сейчас будем барсиком добивать. А здесь древесина, 37 миллионов. Ну, это так себе. Хотя ветрокрыл может, конечно, у нас отправиться за железом. Ну что, забираем эту статуэтку. Так, на почту. И у нас еще два поединка. Это мини-босс и, конечно же, босяцкий. Так что смотрим. Угу. Три голодранца тут уже стоят. Ну, две волны, как всегда. Стандарт. Начнем с кого? Начнем, наверное, вот с этого. С центрального. Сразу же минус один. Так, на второй волне, скорее всего, будет уже мини-босс поджидать нас. Смотри, что вытворяет. Так. Потихонечку бомбим. Лишь бы он выжил. Не нравится мне вот это вот. Так, так. Что-то они тут начали в разнобойчку бить всех. Смотрите, что, а? Специально понижает. Он специально это сделал, чтобы понизить нам всем атаку. И кто у нас тут мини-босс? Я понял. Я прекрасно понял.
Ой, фига он мочканул. Да я, наверное, вот так вот сделаю на всякий случай. Что-то я боюсь, что кривоклыка мне просто ушатают. У него очень мало здоровья, а они тут вдвоем ходят. Все, да? Поехали. Ну, энергии у них маловато для какой-то суператаки. Хотя, нет, потратил он суперудар. Не получится. Давай сюда. И начинаем уже его прожаривать. Ну, что ты там хрюкаешь? Хрюкает он мне. Хиляемся. И добиваем. Замечательно. Тут нам выпадает опять рыба. Причем довольно хорошо. Ну что, друзья, у нас последний поединок. Босс. Ну, я надеюсь, также будет две волны. Ох ты, ох ты, ох ты. Он меня вот этим вот напугать решил. Но это мини-босс. Это не босс, ребята, это мини-босс. Так что давай, наверное, громорога все-таки попробую шваркнуть. Еще он в ответку делает. Опять понижает атаку, а? Они достают меня вот со своими вот этими вот дебафами. Не нравится мне. Бедный кривоклык, а? Постоянно ему достается. Давай так сделаем. Оу, пробили. Так, понижаем ему защиту. Кусаем. Бам-бам. До свидания. Ага, последняя волна. Да, в принципе, ничего страшного здесь нету. Промахнулся. Поехали. Так, хиляемся. Добьешь? Нет, не добьет. И вот сейчас вот они втроем будут все ходить. Ну, ёпрсоте. Ну, понятно. Кривоклыка взяли, да? Нет. Не взяли. Давай сюда. Добивайте мне, пожалуйста, вот этого. Ну и остался сородич шепота смерти. Блин, он такой, да? Тугоплавкий чувачок. Посмотри, у него сколько здоровья, и мы его тут будем колбасить. И какая у него все-таки шипастая, ребята, пасть. Просто он весь как будто какой-то живой шип. Весь в иглах. До свидания. Так, древесина, да? Так, понятно. Ну и дайте мне мои 200 честно заработанных рун. Все, ребят. События прошли. Ну, куда мы этого будем? Пасхального зайчика сюда ставить? Нет, вот сюда. Пускай стоит здесь. Так, ну, монета Удина, понятно. Громыль, крылатый ужас, экзотический шепот смерти. И да, водорез. Разместить в ангаре. Так, страхокол у нас тут еще. Надо его тоже чуть-чуть подкачать, наверное. И камнелом. Так, у меня, кстати, рыбы достаточно, да? Я ведь могу. Девяносто уровень. Брызговик. Еще получаем одну награду. Да ладно, это янтарь. Лучше бы мне вон 500 яиц бы дали бы.
то было бы круто. И забираем набор плеваки. Ну, тут ресурсы, поэтому чему тут удивляться? Нечему. Так, этих ребят... Подожди. Вначале, конечно же, лучше отправлять вот так вот. Сколько у нас там? О, маловато. Просто маловато. А получается, что я больше никого отправить-то и не смогу. Ладно, пускай они идут за ресурсами. Пускай хоть что-нибудь добывает нам. Да? Да. Лети, бремя гнильца. Так, а я обменять могу? Могу. Одну штучку. Ну все, друзья мои. Завтра или когда там, послезавтра. В общем, на выходном будем проходить выживание. Там всего 3 поединка, но там будет по 6 волн. Такое довольно, довольно бесявое, так скажем, событие. Но, по-моему, награды там неплохие. А на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.